Свой профессиональный праздник отмечают работники торговли. Накануне в Якутске прошли торжественные заседания, посвященные празднику. Лучшим представителям торговой сферы вручили государственные награды. Кроме того, в столице республики объявили обладателей гран-при конкурса «Лучшее предприятие торговли». О работниках торговли Якутии и столицы республики расскажет Юлия Великодная. Оборот розничной продукции за 2016 год в республике составил более 200 миллиардов рублей. На территории Якутии функционируют более 5000 торговых точек. Большинство – это небольшие магазины. Директор одного из таких выбрал профессию осознанно, и в приоритете у него карьерный рост. Трудности, ну, скорее всего, это конкуренция, первое, самое такое большое. Но, в принципе, какие бы они ни были трудности, они все преодолимы. Все-таки инновации, которые мы вводим и как мы развиваемся, говорит о том, что мы идем в правильном направлении. На торжественном мероприятии отличившимся работникам торговли и общественного питания вручили награды за заслуги в развитии торговли республики. Примечательно, что этот нагрудный знак учрежден Министерством экономики Якутии в июне этого года. Награда является высшей формой поощрения и полагается при стаже работы в отрасли не менее 15 лет. Я хотел бы от имени правительства Республики Саха-Якутия, от имени Министерства экономики Республики Саха-Якутия горячо и сердечно поздравить всех работников торговой отрасли, дорогих ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником Днем торговли. И с каждым годом качество оказываемых услуг улучшается, и я хотел бы в этот день пожелать всем работникам торговли добра, благополучия, реализации новых проектов во благо развития нашей республики и нашей большой страны Российской Федерации. В числе награжденных один из организаторов питания на 20-х играх Манчары, директор торгово-экономического колледжа Валентина Кривошапкина. Спортсмены, тренеры и судьи были обеспечены трехразовым питанием. В общей сложности около 5000 человек. Сюрнир, специальная спецтехнология продукции общественного питания один был. Основная специальность, которую получают студенты нашего колледжа, технология продукции общественного питания. Работники этой кафедры и студенты обеспечивали питанием участников игр Манчары. Мы обучаем 7 профессиям, в том числе наши студенты осваивают и рабочие специальности. Кроме того, мы выпускаем официантов, барменов, поваров и кондитеров. А школьники во время каникул обучаются по программе дуального образования. Профессиональный праздник работники торговли не забывают ветеранов отрасли. Старшим коллегам очень приятно, что о них помнят. Отработав полвека в торговле, начиная карьеру с продавца и став директором магазина, Клавдия Васильевна всегда готова помочь молодым предпринимателям. Чтобы они знали свою профессию на 5 пальцев, на 5 знали, потому что это очень большое дело. Работать в торговле – это очень тяжело, трудно. А сейчас, например, вот я, например, считаю, что сейчас очень хорошо относятся к работникам торговли, не то, что раньше было. Кроме этого, на площади Ленина организована ярмарка, для участников которой в честь праздника отменили традиционный взнос. Любой посетитель выставки вряд ли уйдет без покупки. Сувениры, деликатесы на любой вкус, одежда и многое другое, в том числе с национальным колоритом. Мы работаем уже где-то 1,5 года. Как правило, наши ярмарки проходят в торговых рядах Кружала, но и есть такие выездные. Мы в основном направлены на продвижение именно молодой аудитории, ну, то есть молодых рукодельниц, там какие-то. Молодые мамы обычно занимаются чем-то, что-то делают своими руками именно в этом плане. Продвижение хендмейда. Развитая сфера торговли, как ничто иное, ярко свидетельствует об экономическом и социальном благополучии общества. Юлия Великодная, Максим Ростовцев, Илья Жираев, Екатерина Неустроева, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.